Все. Вот так вот мы в садик собираемся. Первый день рождения твое. С 10 августа начинается у нас школа. У Маргариты будет выпускной тоже на следующий год. Тебе подарок, новый телефон. Посмотрите. Аври. Будешь дергать? Ты сам? Ой, у нас туман. О май гад. Да-да-да. Вот это вот погодка. Маруша сегодня первая идет. У нее в 7:30 занятия. А у Ксюши в 8:20. Поэтому все еще спят. Маргарита, завтракать пойдем. Угу. Давай постельку заправляй. И завтракать. Тут тоже откроем сейчас. Чтобы было посветлее. Вот так вот. Погода, конечно, удивила. Смотрите, какой туман. А завтракать Маргарита будет вот такие вот мюсли. Готовить не нужно их. Просто либо этим молоком, либо йогуртом. Как больше нравится. Но она больше с йогуртом любит кушать. Здесь кокосовая стружка, хлопья. Сухофрукты даже есть. Ну, вот с таким вот йогуртом. С йогуртом вкуснее. Да? О! Это кто встал? Тебе еще рано. А что на улице случилось? Я не знаю, что на улице случилось. Туман. Ты что так рано встала? И Бонька встала. Здесь овсяные хлопья. Еще вчера вот такую вот стружку купили. Видела? Кокосовая стружка. Мы очень любим кокос. Они как чипсики. Хрустящие. Угу. Тоже классные. Как чипсы хрустят. Угу. Уроки все сделала? Угу. Сегодня, кстати, ребят, Макс идет в садик первый раз. Сегодня? Да, сегодня в обед. Поэтому ты с Каролиной останешься дома. А мы с Ксюшей пойдем, потому что у Ксюши в обед занятия. Ты с Каролиной останешься. Угу. Ну, сегодня, как, знаете, называется... День открытых дверей. Да. Они сегодня пойдут просто знакомиться с воспитателем, со своими, с детками, которые у него в группе будут. Не знаю, как он пойдет, захочет, не захочет. Вот, поэтому пойдем сегодня. Там 1.5 часа, по-моему, они будут играть, знакомиться. Курточку надень. Ну, эти промокнут, наверное, дождь будет. Лучше вот эти зелененькие либо белые. А где белые? Они у меня там. На улице. Надо зеленые надеть. То есть желтые. Какие они? Не знаю. Я почему-то говорю, что они зеленые. Они желтые неоновые, я говорю зеленые. И курточку. У Ксюши зарядка. Она на скакалке прыгает. 560? Вот это зарядка. Я хочу 1000. Утренняя. Все, пока. Давай, пока. Давай, обувайся. Курточку надо. Сначала обувайся. Что с тобой? Ну да, вот этот. Потому что, может, дождик будет. Солнышко, давай выходить. Мои цветочки тут. Вот они новые растут. Которые я посадила. Вот какие-то розовенькие даже вон растут. В общем, это все как бы ассорти розовые цветочки будут. Вот. Солнышко им нужно. Угу. Вонь, ты куда?
Смотрите, солнышко вышло. Какое солнышко. На. Мама, ну пылкому тропа. Что? Есть муху. Макс хотел покормить растение мухой. И не может поймать ее. Так, буду сейчас варить кашку овсяную. Нет. Девочки ее очень любят. Сейчас придут со школы. Я знаю, что тебе не нравится. Максу не нравится. Хотя ты пробовал. А? Почему тебе не нравится? Рис? Зачем рис? Каролина в этом году в первый класс идет, а Макс на следующий год в первый класс должен пойти. Пойдем встречать. Кто там? Пойдем, Бонни. Пришли девчонки. Приветик, приветик, приветик. А что, пол мыли? Пол мокрый. Да. Ксюшу потеряли? Да. На место давай сразу. Как дела? Она такая горячая. Она на улице была, чувствуешь? Загорала. Что такое? Так, кашка уже варится. И Ксюнчик пришел. Привет. Тебе не было жарко? Такая жара сейчас. Он хотел муху поймать и покормить твое растение, но не получилось. А то все, все, все. Вот так вот мы в садик собираемся. Маргарит, переодевайся давай, все вместе пойдем. Все, все. Не, Максу тоже дадут треугольничек потом. Пойдем, Макс. Максу, но мне. Да, возьмешь эти тапочки? Спайдермен. Да, они тебе как раз, ну-ка померяй. Померяй, если как раз. Если нет, то новые купим. Да. Не всегда, да, вкусное попадается? Угу. Иногда сладкое, иногда нет. А, зеленое еще, видишь? Ванечка, да не забирай я у тебя твою игрушку. Это у кого скоро день рождения, а, Банюсь? Первое день рождения твое. А, Банюсь? Ой, что ты у меня кусаешь? А, Банюсечка? Когда у тебя день рождения, ребят? 21 июня? У Бони день рождения. Банюсь. Пусика! Пусика такая маленькая. Пусика такое, пусика. Пусик, отдай, отдай. Хорошо так, когда солнышко тепло. Дожди прошли. Травка зато у нас позеленела. У нас трава была уже такая сухая, да? Сухая была. Прям такие пятна желтые были. У нас солнце было, наверное, где-то неделю было жарко. И трава подсохла. А теперь у нас 2 недели дождик шел. И все опять зелененькое, видите. Все, она взяла эту курочку. Курочку рябу. Ах ты, ой, простите. Курочка. Ты теперь курочку нашла, да? Так, беги. Давай сюда неси. Орхидейку поставила немножко на солнышке погреться. Такая вот. Проискакал наш кузнечик. Ты не зажарилась в этих штанах? Там жара такая. Так, в общем, Максу дали вот такой вот треугольничек, как у Каролины. И у него тут план. Так, у него группа черепашек. Черепашки. Вот черепашки. Вот это вот его группа. Вот Максим. Да, Максим. Так, и вот это вот расписание. Понедельник все вместе. А во вторник все вместе и жирафики после обеда. В среду у Макса нету ничего. Он отдыхает в среду. Ему повезло, Каролины такого не было. Вот, потом в четверг все вместе и Макс после обеда. Тут турнир. И да, у них спорт здесь. И в пятницу все вместе, 2 группы. Вот, потому что есть группа, это младшая, черепашки это младшая группа. Да. А жирафики это те, которые потому уже это... черепаха маленькая, жирафика. Которые уже второй год в садике, а это те, которые первый год. Вот. С 10 августа начинается у нас школа, поэтому месяц, они, ну, чуть больше месяца вы отдыхаете, чуть больше месяца, потому что если с 4 июля по 10, это где-то 5 недель. Да, 5 недель отдыхают. Это мало. Ну, так.
Мало, конечно. Но зато вы отдыхаете в течение учебного года сколько? Постоянно какие-то праздники, постоянно какие-то выходные, там, не учатся. День рождения будем у Бонни отмечать? Да, конечно! Бончик. Значит, нам нужно подарочки ей купить. Карлин. Ой, Карлин, Бонни. А, Бонни. Бонни. Сделать ей тортик. Юли. И подарочки ей завернуть. Да? Что у тебя? Давай, давай, давай. Апчи. Уроки делаешь. Зачем закрашивать разноцветными карандашиками? Потому что это номер, это объектив, это верб, это полное. Угу. А зачем ты будешь переписывать одно и то же? Все альбомчики эти хранишь потом. Тут же разные, тут одни друзья, тут другие уже, да? Это со старой школы, это с новой школы. И все. Не нужно ничего там переписывать. Я это дам одной девочке из 6 класса. Которая с тобой учиться будет? У Маргариты будет выпускной тоже на следующий год. Ха-ха. Она пойдет в другую школу. Там эта школа далеко уже. Ей придется либо на велосипеде ездить, либо покупать, может быть, электросамокат, либо на автобусе. О, да. Что ты выбираешь? Электросамокат. На автобусе, на велике или на электросамокате? На электросамокате. На электросамокате? Да. И какой это размер? 38. 37! 38. 37 размер. Тебе уже маленький? Да. С кем ты сейчас играешь? Не знаю, во. Во. Это они твои подписчики? А откуда вас знаю? Наверное. Так. Ой, смотри, что случилось. Не лагай. Здравствуйте. Алло. Заходите ко мне в группу. Алло. Что не слышно? Алло. Ну что, они не играют? Не стры. Тебе подарок, новый телефон. Новенький. Распаковываем. Так, потихонечку, потихонечку, чтобы он не... А, он не сверху. А это такой же? Да, это то же самое, наверное. Смотрите, цвет. Вот у папы здесь телефон. Это цвет какой? Нет, черный у папы. Он черный. Не рабочий. Вот телефон у него. Папа его хочет это... Его нужно отремонтировать. Да, он его один раз отремонтировал, и вот у него экран, в общем, что-то проблемы, да, с экраном. Подожди, почему два? Это потому черный. Да, это черный, это мама, белый. Мама, почему черный, два? Вау, круто. Мама, осторожно. Почему два? Он его потому что папе. За 35. Угу. А можно мне? Это папа, когда новый номер телефона берет, симку новую, да, то ему дают телефон. В общем, там свои какие-то. Они как будто дарят. Да. Угу. Открыть, так что у папки новый телефон, да. Это не Маргариты почтили, просто это телефон на твое имя записан, так что ты будешь платить. Да шучу. Не, просто на твое имя телефон. Да, помыть надо. Коллекционируешь? Ксюша коллекционирует коробки. Это очень круто, когда он встает. Да. Красотень. Смотрите, там кусочек остался. Да ты что? Вон кусочек остался от нее, но она просто была красивая. Кстати, в Инстаграм засняли. Было очень красиво. Мы с Маргаритой побежали аж туда, в лесок, где мы раньше, где мы всегда гуляем. И я что-то на эмоциях такую красоту, потому что была прям полная дуга, еще и две. И, в общем, взяла телефон, начали снимать сторис, а про камеру, про влог совсем забыла. Макс, показывай, кого ты принес. Посмотреть. Аври. Ужас, Макс. Ты что, их в руки брал? Конечно. Вон она накакала сверху. Да. Вытри листочком каким-нибудь. И ты не будешь это домой заносить. Я не хочу видеть это дома. Мама, они трогали мой телефон. Заблокировали? Кто трогал? Ну, 100% Каролина. Она не трогала, у нее свой есть. Нет, потому что она мне дала мой телефон. Он у нее был. А вот эта вот хулиганка, она убежала. Мы ее нашли.
за вот этим вот домом, который соседний дом стоит у нас. Мы нашли ее за вот этим домом. Надо еще лучше закрыть. Она вылезла оттуда? Да. Пошла оттуда вниз? Да. Вон там это... Вот хитрая лиса, а? Все, ты наказана. Буни наказана. Смотрите, ребят, у нас сейчас время 20 минут 10. Как светло. У нас белые ночи, что ли? Похоже на белые ночи. Тут какое-то голубое, тут какое-то желтое, тут фиолетовое. Там розовое вообще какое-то, да? Или голубое. Угу. Ну, камера даже не передает эти. Смотрите, облака какие. Вообще сегодня чудо какое-то на небе творится. Я должна поправить, поправить. Не бойся. Еще узелочек завяжу. Один узелочек завяжу. Вот так вот. Один еще надо завязать, чтобы веревочка не упала. Открой рот. Все. Будешь дергать? Сам? Скажи, я не вижу замыслю. Все, на, вот он. Все, первый зубик. Все, спокойной ночи. Давай, пока. Пока. Ксюнь, давай. Пошли. А, ты зубы чистишь? Ну, вот он. Зуб, который уже висел, болтался. Ну все, понравилось зубки дергать? Еще будешь дергать? А, Макс? Не страшно? Ну вот, давай пижамку надевай. Пока. Мы спать.